Для свободного проезда и прохода граждан в районе Зеленого бульвара будут наложены публичные сервитуты. Такое решение принято в связи с большим количеством обращений горожан. Сообщили об этом в административно-территориальном управлении Ленинского района Владивостока. В связи с тем, что к нам поступило большое количество жалоб от жителей, администрации города будут наложены публичные сервитуты на ряд участков в районе улицы Зеленого бульвара. Соответствующее постановление уже подготовлено специалистами. Данная мера обеспечит свободный проезд и проход граждан на данной территории. После того, как сервитут будет установлен, собственно, к шлагбауму будет дано время на его демонтаж. В противном случае эти работы будут выполнены городскими службами.